Здорово, народ, народ, здорово, приветики всем, приветики, 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 здравствуйте, добро пожаловать, трансляция начинается, среда, у нас сегодня воскресенье, было в прошлый раз, когда я не мог постримить, а сегодня у нас среда, наконец-то, и игровой день, стало быть. Будем, значит, начинать с доты и продолжать, скорее всего, дотой. Микровероятность присутствует, что сегодня будет и другая какая-то игра, но она маленькая, очень... Блять, ошибка. Я не взял из машины зарядку для телефона. Сука. А у меня нет зарядки для телефона, получается, здесь. Ну, получается, телефон надо выключить, да? Чтобы попасть домой сегодня, мне надо выключить телефон. Хорошо. А машина не... Выключаем телефон. Нет, Siri, выключаем телефон, я сказал. Сейчас, чел, секунду, я вспомню, как это делать. Я вспомнил. Голубев, хватит телефон на уроки! Хи-хи-хи! Кстати, поздравляю всех с 1 сентября, дорогие друзья. Поздравляю. Сколько сейчас время, кстати? Сейчас время в школе, наверное, все еще, да? Ребят, кто в школе? Есть такие? Плюсик поставьте, пожалуйста, в чатике. Или планирует в школу скоро. Ага. Ага, в смысле вернулись все? А чё так мало в школе? Смотрю на перемене. Хорошо. Ладно, пока перемена, чё, надо, наверное, начинать, получается. Надо разминочные... 13 ролевых у меня есть. Но я все равно хочу разминочную на всех ролях, честно говоря. Потому что, ну, я столько не играл уже. Поехали. Очень давно не играл. У нас урок, и мы смотрим твой стрим. 33 класс начальной школы. Ну да, да. Чё проходили сегодня? Как налоги платить? Проходили? Или это в 32 классе? Через госуслуги. Почти в ноль вышел. Ну, кстати, да, по идее, сколько там? 247, 248. Одна игра. Одна игра. И мы 6800, и при этом... да, кайф. Слушайте, ну, получается, смотрите, всего 230 очков сегодня надо взять, и мы 7К. 230 очков. Дайте-ка подумать. Nope. No. Just no. Да. Не знаю, если только сам Габен придет сейчас ко мне в студию и сядет играть, тогда, возможно, получится. 8 побед подряд всего. Но это с учетом того, что у нас и так какой-то винстрик непонятно идет. 1, 2, 3, 4 победы подряд. 4. То есть будет 12 побед подряд в общей сложности. Так, секундочку. Почему я на всех ролях ищу матч на 2 минуты уже? Так, Жека донатит здесь. Спасибо, Жека. Божечки, это же победитель 4 Асусов. Ну, видимо, да. Не знаю, есть вероятность, что больше. Ни хрена себе, здесь профессионалы собрались. Смотрите, какие. Снайпер в кире. Что за снайпер в кире? Кто это вообще высрал? Не понимаю. Оффлейн, окей. 4 асусов. Может, 4. Не знаю. Не, я не помню максимальный винстрик. Такие вещи.
Не считаю. Я понял, что Пангольер супер классный чар, на котором тоже надо играть постоянно. Но Пангольер, он сложный. В отличие от того же Санкинга, Пангольер сложный чарик. Поэтому я думаю, что мы, наверное, выстрелим Санкинга на нем сейчас пока что. А как разомнусь немного, то на Пангольера сядем. Еще хотелось бы разочек другой на ЛЦшке поиграть, но это чисто, знаете, такой это вот пофармить дэмэдж, что-то вот керри легионка, которая тащит в соло. Вот такое хочется. Вот, но пока что просто героя, на котором можно фидить, как скотина. Выбрали, поехали. Винга тройка с агонимом. Да, я видел, кстати, кто-то уже использовал, по-моему, из профессионалов. А когда я тройку брал в оффлейн, помните, что было, ребят? Если не помните, примерно могу намекнуть. Хуй сосили по КД. Виномансер какой-то. Виномансер это странно. Ага. Ликантроп. Блин, я вот серьезно, я пришел, как будто бы я год не играл в доту и вернулся сейчас снова, вот сегодня. И такой, типа, поехали. Вообще не представляю, что ожидать сейчас. Какие-то ликантропы, все это так чуждо мне. Не знаю, странно. С днем знаний, да, ура, с днем знаний. Блад Сикер какой-то керри. Но я смотрю, не, конечно, по одной игре судить смысла нет, но как будто бы мета меняется. Прям вот. Два дня не поиграл, и уже что-то какой-то Блад Сикер керри непонятный абсолютно. Пятерка Виномансер, тоже хер пойми что. А, Мид Фурион еще у меня. Ну это ладно, мы в следующее покажем, как надо играть. Так, еще у меня есть новый билд на Санкинга. Стартовый закуп, ребят. Моя мета тоже меняется. Вот так вот. И вот так вот. А? Плюс 8 силы так-то, ребят. Наоборот, дебилы, заведите курьеров, там ликан убьет. Дебилы, заведите курьеров. Почему? Некоторые клики как будто бы не делались. Трены в чате, да, трены и дебилы, пожалуйста, выделитесь. Так, это Растик у меня был сопот, да, окей. Блин, ничего себе, какой красивый, а? Вот это что это такое? Что это за лаги? Так всегда теперь в доте, да? Нихуя себе, это ликан меч, что ли? Так, можно какое-то колечко, колечко, кольцо еще попробовать высрать.
Чё это за лаги? Вот это... Вообще без понятия. Я типа нажимаю, но не работает ничего. Это что это такое? Опа, здорово, Джем. Джем, здорово. Здорово, Джем. Жаль, второго нет. Если бы он ружничка не задинаил, мы бы такое сейчас сделали. Зарубали бы ему анус очень крепко. Так, ну да, я кольцо хочу себе. Блин, стоило его просто побить ошибка. Там у кровосиси, мне кажется, неплохая скорость. Ага, чуть-чуть есть. Типа отхилился, да? Кстати, а иллюзии лопаются? Нет, понял, принял. За 10 лет доты это ведь нельзя было выяснить, правильно? Что такое-то? Все, чат, не отвлекайте меня, смотрите, плохо играю почему-то. Не бывало такого раньше. Вот дает, а. Ну, индеец, а. Ну, ха-ха-ха, балдю, балдю. Да, молодой ПЛ. Но это на самом деле еще от того, что у меня Растик суппорт. Просто перебивает. Не убьем, не убьем, а со шлемом. Вот мне. Так, ну давай, молодой.
можешь метить Double Return. Блин, как же он не понимает, серьезно. Это люди настолько от Санкинга, что ли, отвыкли? Или чё? Stop room. Чепочка. На бейсе сможешь мид отпушивать, слышишь? Я хочу в боди бочечку. Гоу, годайв, 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 годайв. Probably without mana. You're gonna dive mid. Bass, а не убивает его. Так. Спожу ли вот это, пожалуйста, спасибо. Сентря здесь стоит, ага, понятно. Досты у мужичка есть. Сдох я, понятно. Нажали кнопочку, отошли чуть. Стики не нажали, а могли бы. Привет, а когда будет билд на кентавра без даблэджа? Привет, никогда, наверное. Был уже, я подозреваю. Так. Надо дефать тавра. Нельзя давать им ломаться. Да стики, типа, у меня все равно бы не хватило на подкоп. Я хотел, чтобы они еще пару магии нажали. Я такую нажал бы, и у меня был бы подкоп еще, но в итоге просто сдох. Ну, типа, это не суть важно, на самом деле, норма. Taking this run bottom, bottom, bottom run. Just run bottom, taking this. I will tip it to death. Берутся. Не знаю, не нравится мне этот артефакт, но он не дает статов никаких. А я статы люблю. И макароны. Много ман. Да не нужна мне мана, у меня соло ринг. Зачем мне мана?
Так, идейка какая-то там есть у вас. Это он опять из инвиза, что ли? Это смог какой-то был непонятно. Кстати, я мог еще что-то штуку нажать, я такой, оп. Нормально дело. Так, это получается, они меня видят и хотят, вероятно, да? Но я буду играть с ними. Пудж будет хукать, но у меня есть тамблер стой и реакция. Ладно, или просто здесь выстрелим штуку все. Можно здесь дальше посидеть. Бабочка какая-то находится, ага, ага. Can we play bottom, not mid? Oh, we cannot push mid. Тип топ, Санд Кинг, аутпуш топ, аутпуш топ, аутпуш топ, Санд Кинг, Санд Кинг. Чувак. Ну вообще прав, конечно, но там, по-моему, и так сдохнет, нет? Ну ладно. Хорошая школа. Но я ему об этом не скажу, естественно. Я ему скажу, что он долбоёб, если мы начнем проигрывать. Вот что я сделаю. Просто на самом деле от этого тавра уже толку не очень много. Но я могу себе позволить сидеть в песке здесь, сидеть в песке там. Я могу позволить себе сидеть в песке, где хочу. Take this. Стром. Их дэмэдж отсутствует просто напрочь. Уджи, Абадон, вот эти вот суппорты. Ликантроп мид, Пангольер тоже без дэмэджа. Вроде держали всеми магиями, возможно, имея. Я ничего не происходит.
Андрей, у тебя на стриме иногда на пару секунд по 10 FPS. Не, не может быть такого. Ладно, может, пропуск кадров какой-то есть. Это Twitch, ребят, все в порядке, это Twitch. Интернет работает отлично. Интернет работает прекрасно, если что. Великолепно, великолепно работает интернет, если вдруг вопрос есть. Сервера, 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 конечно. Шейкл, шейкл, драгон. Смотри, в миде нет. Че, дракона побить? Да, убить было бы неплохо. Там все равно челу неприятно достаточно. Высирать крипов постоянно. Камбиномансер. Тейкер. We can kill Lycan. Не видит 100%. I'm on my way. Go shake of him. Почему они не забирают эту хрень? Типи, 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 типи. Это хитренький тот самый, да? Блин, видите, у них успели стянуться все, у нас никто не успел стянуться. Вот и посос. Вот, зато ПЛ чел задушил, кстати. Блин, ну мне бы шмотку какую, конечно, вот это нужно с этим. Че, возьмешь шуриген боти? Так, этот еще будет. Это на самом деле какой-нибудь плейтмейл взять еще лотус орб и вообще неубиваемый буду. Но юл must have.
We can kill Lycan. Run top, I will tip in 7 seconds. Just run top, they don't have tip. Сдался. Well, I can kill them 7 more now. No, I can't. И заблочить еще. И все, блочить эншентов и будет без собаки своей. He's going creep. Типи? I need Russian. He don't have TP, you will kill him anyway. No ulti, no TP. We can kill dragon as well. Блин, как же мы его контрим? Слушай, ну что, получается, Саус от ликантроп. Правильно? Если бы еще здесь ему фармить. Пито, пешком можно бежать. Бежать. Ладно. Придем, правильно? Лол опять ушел. We can fight, no buttons. Так, а чё, кираску какую-то, Silver Edge. Кстати, блин, Silver Edge что-то нынче подозрительно крутой стал. Да это что это такое, что это за тычка вообще была сейчас? Это же просто безумное количество урона. Так, ну что, хотите меня? Хотите меня? Don't die, Так. Это простая игра, ты даже думать не надо ничего. Чё, народ, как дела? Как дела, народ? Как настроение? Нет ничего более постоянного, чем дождь осенью, снег зимой. Солнце летом и Дрюс в датке на Твиче. Ну, видимо, да. Но что-то моментик было изменение этой погоды. Спасибо большое за донатело. А я не успел. Блин, вот это, блин, да. Стоп, она крипов не действует? Залепа, что ли? Вручную подразделил. Вручную. Расследование верно, да, прошло.
правильно все. Так, или лотус прям. Так, ладно, здесь надо быстрее закончить, а чтобы быстрее закончить, на самом деле тревела лучше все-таки. Мы вышли в ноль. Скорее всего, вышли в ноль, да. Тут что-то без шансов для врага, вражины. Бам. Пусть. Ладно, Глотрон, может, или хоть знает. Это хуйня будет. Пойдемте, пойдем. У тебя пни есть большие. Пойдем трон просто. Готрон. Готрон, гайс, готрон, готрон. Ну, готрон. А у нас и в топе пачку скипнули, парни. На, вот и. Наебал, никто не скипнул. Да. Вот они пни. Ну и бустер на фуренчике, конечно. Как он два раза выжил, это жестко. Ну, на самом деле, игра на фурионе, она вся на тоненького. Ты или вот так вот летаешь, убиваешь пейлов, да, всяких, или ты не делаешь ничего в игре. Well, let's make it all все. Юту. Молодец, фурион, хорошо. Сижу в аэропорту и там весь зал ожидания, как дела, народ. Я подошел, дурка. Да, там-то дела у народа, скорее всего, охеренно. До поражения на всех ролях играем. В аэропорту определенно супер круто дела у всех. В зале ожидания прям, не знаю, лично я кайфую всегда, когда жду самолет. Прям очень круто, очень кайф. Особенно с ребенком, прям вообще кайф. Так, что-то у нас-то случилось, я все... Я все. Получается только next катка? Да нет, скорее всего уже еще 7 подряд. Еще 7 подряд, я 7000 бог, но я думаю, что на этом только начнется игра. Я думаю, что только начнется, потому что, ребят, очевидно, что я намного сильнее играю, чем поле, это... Поэтому да. А кстати, да, сейчас 6800 уже. Смотрите, 6800. И что это значит? Это значит, что стример-то уж что-то может. Получается, не 6400 потолок, а 6800. Так, Андрюх, тут Twitch заявил, что всех школьников отстранят от просмотров Твича на учебный период, так как обнаружена прямая корреляция с умственным развитием. Блин, ну нас-то это никак не заэффектит, правильно? Вот у Ярика проблемы начнутся, да, его школьники, конечно, смотрят в основном. Андрюх, тут Twitch заявил, что всех школьников отстранят от просмотра Twitch на учебный период. Т.К. Обнаружена прямая корреляция с умственным развитием. Так, чё, на пятерочке? На какой пятерочке будем играть? Ой, блин, есть одна пятерочка, на которую прям кайф побегать. Да, нам то умственное развитие не грозит. Согласен, согласен. Тут как бы, если что, вот это вот слово корреляция-то никто не понял. Умственное развитие знаю вроде, но как бы не случалось со мной этого. Вот, зато вот на лыжах катаюсь нормально, вот, в теннис там это самое, блин, понял, да? Кал, реляция. Так, ладно, что мы хотим? Я не хочу ботинок, точно. Я хочу, возможно, Windlace, возможно, нет. Можно просто Orb of Venom взять. Orb of Kishley. Хотя Orb of Venom против этих чаров не так-то и нужен. Нужны 2 сентри. Возможно, 3 даже. Если это оффлейн, не оффлейн, это скорее всего четверка, что ли? Блин, непонятно. А, это мид, это мид. Это мид Sand King. Sand King. Хорошо, мид Sand King. Ну, примерно понятна ситуация. Примерно понятно. Windlace берем. Тогда.
О, это за нас? Это за нас, кстати. Трахарь, пангольер. Отлично. А, вот это... Забудьте, в центре кто-то плюс. Кому? Чё? Эй, блядь, сука. Ну, это ты... Митоска. Вообще-то, эти времена прошли уже. Рабство суппортов. Но ладно, держи. Андрей, ты самый лучший. Ты умеешь завести толпу. Ты просто душка и всех победишь. Меньше чем три. Спасибо, Агутин. Это ты лучший, Агутин. Агутин. В сердцах. Так. Короче, вот так вот можно побегать. Я знаю только варик на развитие, про это говорят. Ну, походу, что-то там, блин, корреляция какая-то с развитием, блин, не знаю. Спасибо. Да, я душка, особенно жесткая душка начинается, когда мы въебываем. Вот тогда прям, да, это я согласен, это про меня. Так, мне не нравится легионка. Мне нравится Мирана. Сука. Вот, еще я буду покупать 10 тысяч сентрей. Вот этот спаун я не дам ей точно. И буду штрафовать джанаткой по 12 рублей 12 секунд. Развитие, корреляция ума. Да, это тема дипломной работы моей. На линейке утром был. Ой, школа, ребят, школа. Школа — это, конечно, хуйня. Да. Знаете, воспоминания о школе... Воспоминания о школе... Воспоминания о школе присутствуют какие-то. И, в общем-то, даже хорошие, в общем, в целом. Но! Это я еще сказал до но. На самом деле, если подумать, ничего хорошего. Потому что это просыпаться рано, куда-то ехать постоянно. Придумай любую рифму на слово «Тараска». Я не могу. Я физически не могу придумать. Вон, три секлоретки взял. Прикольно. А, вот он ты такой, да? Козлище, сучара. Полупул называется, ребят. Знакомы с таким? Надо сейчас сделать еще полуполупул. Удар. Блин, а микропул я смогу сделать, интересно? Я могу попробовать сделать микропул. Ай, блять, а похуй, я не умираю. Так, поехали. Раз. Она в миде боя, чё. Два. Блин, микропул не удался. Опять полупул.
Хотя, если он сейчас в ренджевика настреляет чуть еще. Не, он не стреляет. Опа, или настрелял. Настрелял. Надо задинать. Так, еще пол и микропул поехали делать. У него нет скилла. Это про меня, что ли? Блин, какой отвратительный глиф. Убогий. Это просто убогий гриф. Так и шо ты, блин, я сейчас штрафовать его буду как скотину. Так, еще полу микрополу. Забудьте, хорошо. Я понимаю, что ты хочешь. Дружище, нихер стрелы ловить, как говорится. Можешь не уходить далеко на шамане, мы убьем его. Ставлю центр. Я принес пиздец, ладно. Так, можно микрозайм, пожалуйста, у вас? Спасибо большое. Ой-ой-ой, даже не близко. Сраная Мирана. Я вроде этого героя даже не учитываю, потому что это герой говна, который ничего не делает абсолютно. Но вот как-то что-то он запускает стрелу через полтора часа, один раз попадает и делает этот один фраг за игру, и типа он полезен после этого. Когда я щит? Не спеша. Рядом, рядом, рядом. Можешь? Так, время полупула. Да, в центре что-нибудь. Ну, это неплохо было. Хорош, красавчик. Надо было еще полупул захерачить. Mm.
Так, так это эпилептик кит за нас. Очень просто будет. В скобочках это хер какой-то рандомный. Это шуточка. Так, у нас еще уровень приятненький довольно-таки, да? Это хорошо, это очень хорошо. Возьму урону, подойду в топ, ребят. Бегу. Дерись. Это на шамане, пуси. Так, время полноценного пула. Пуси, джуси, на пуси. Так, это вот из школы мужичок, кажется, вернулся сейчас, да? Так, это когда неплохой пул тоже получился. Все, когда вообще все. Можем их убить, ребят? Блин, ну кайф, чё? Какие они очкошники. Нападёт, пусть нападёт. Меня спасти, меня спасти. Долго живет на СК. Рей, у тебя левел 6, я возьму книгу. Я писали была. Давай. Ну, ладно, раз молчишь, возьму. Да, бери, я взрослый. Что? Так, это керри воет через. Стоп, или это суппорт воет? Понятно. Что они здесь делают вообще все вместе? Подойду в топ, если будем пиздиться. Кипиш любой. Так, давай мид лучше ломать, вон горлет убьем. Чем нам этот топ? Пусть Джоси на тосе. Он понимает. Не в миде могут быть ща. Они в топе, они в боте нажали Moonlight у Сент Кингов. Вы можете им за это мид тавр сломать. Они не могут с вами драться.
так и сделаю. У них нет Мунлайта, нету Хрона, нету дуэли. Нету эпицентра, ничего нет. Это чел сейчас сдохнет. Да, ну... Не-не, я думаю, мы не зачистим. Да-да-да, просто давай. Они топ-тавр не могут. Вы должны забрать мид. Я заберу мид, можете... Ну, можешь на шамане играть под нами, пожалуйста? Что ты поти делаешь? Нужен сейчас тут, а его, блядь, тут нет. Нажмите ТП топ, мы не должны... А. Просто фармим вот это. Значит, мы должны, если мы не должны... Блять. Чем тройку забочить? Блять. Так, ну варда нормальная вроде. А как он без хрона всех убил? Нормальная. Ну мне наебало варды поставили, я не вышел оттуда. Повезло. Не повезло, да. Правда. Кого подеремся? Продлю СК, продлю СК. А я слип, но я не в курсе. Господи Иисус. Да уж, действительно, херня какая-то редкостная. А, это борт, твой саппорт. Охуеть. Может, мы будем пиздиться 5x5 своим диффузом? Я просто что-то, ну... Ну, я мог прилететь, но это же плохая драка. Вы все подохли. Я бы точно так же сдох. Слабо. На СК, например, с самого начала был в хуёвой позиции и быстро умер. Не знаю, кто тебя там убивает, кроме СК. У меня, ну, вот этот чё нажмёт Time Devotion. Этот даже нажмёт стрелу, у меня ебла не будет. Так, эту штуку. Вот эту штуку, вот эту сюда. Эту сюда штуку. Я просто хочу нафармить винту шар. Андрей, привет. Поздравляю с 6800. На глазах аж слезы. Горд как за собственного сына. Но спасибо большое. Здесь на вижу хорошая драка, а не без гира. Гера нет агонима, сомневаюсь, что он прилетит. Если мы еще пикохнем кого-то, вообще будет идеально. В боте можно тебе подождать кого-то. Его тяжело будет убить. Вот. Вас, вот. Герой еще в боте. Снова стрелу. Ладно. Не могу подпалить, дай им девушка нам нихуя нажать. В боте показывается гирокоптер вот тут. И вы убиваете мира. Ой, простите.
чел не покатался, кажется, да? Ну ладно. У них нет сейчас эпицентра, мы можем подраться, гоу. Траем в тройке Гира. Нет, Гира здесь. Они все здесь. Парни, любой фраг. Ебашиш на пугне как бог. Только что скин странный, на БХ похож. Ну ты кадр, конечно. А я понял прикол, типа сосу, да? Блин, прикол. Прикол, а чё? А чё? Нормально так. Да, понял. Да, понял, да. Ага. Что-то много уровней у них всех. Так, там много у них у всех, да. Всех. Тут с... А, о. А, о. А. Чё, он смотрю, что сам брал своё. Блин, зачем мне Solar в этой игре? Он на самом деле не нужен. Скорее какой-то Vessel нужен. Ребят, мне просто нужен шар, 1300 золота, мы ни одну драку не проиграем. Ни одну драку не проиграем. Поехали не проигрывать ни одну драку. А я зато знаю, где у них вард. Чуть-чуть артефактов есть у этого, если свой, да я сорю. Чуть-чуть присутствует. Немножечко. Блин, Баунти Хантер очень много баунти рун собирает. Я понял, в чем идея. Гипнострела. Да шо ж ты, тварына, блядь, типаешь меня, долбоебина. Ты понимаешь, что хоть что-то надо делать где-то? Понимаешь или не понимаешь? А я пятерка, и могу пойти сдохнуть в целом. Придурок ты, тупорылый, нахуй. Кусок дерьма ебаного. Вот, замьючу тебя, пожалуй. Так сказать, компенсация за недорогие подписки на канал. Дай бог здоровья. Андрей Вячеславович. Спасибо большое, спасибо. Ты, сын дерьма, вот что-то там типаешь, блядь, говноед собачий, а на деле у них нет этой самой хроносферы, они отдали все магии, но мы все равно ничего не сделаем, потому что в команде сделаем, говноеды типа тебя, которые ничего не будут абсолютно делать. Поэтому ты можешь типать, впитать эти минус 30 и оставаться на этом рейтинге дальше. И типать дальше своих союзников и не понимать, блядь, что происходит в игре, говноед собачки ебаный. К
мы сильные, у меня шарт есть. Гоу. Хорошо, ждем твоего БКБ, но там магии нет. Давай, типни меня, типни. Вот, молодец, молодец, конечно, молодец, молодец. Типни меня и это самое, ложку говна еще возьми одну, зачерпни. В доту же надо играть, сидеть на базе, правильно? Потом один раз подраться, выиграть и выиграть, правильно? Так же надо в доту играть. Вот, вот, вот ты сейчас делаешь импакт, типа ты на базе сидишь, там хекс даешь, вот это вот спылы все отдал. А команда ложков просто не помогла тебе, не поддержала. Все правильно. И еще ложечку говна тоже давай. Подхавай. Сентри поставь, пожалуйста. Ман, поставь сентри. Что, ман, поставь отлично. Дред, можешь, пожалуйста, Эмбера размутить? Он... Возьми ДД на Эмбере. Это иду, беру. Так. Ребят, в нашей команде нет негатива. На самом деле, только говноед на Расте есть, а негатива нет. Дред, ты мой любимый стример, и ты меня мутишь. Меня это, если честно, расстраивает немного. Это плохо очень. Но ты, типа, с такой что-то там тильтуешь, занываешь. Мне это неприятно слушать. Всё, мы больше... Так, чё, Шардин её, наверное? Весел нет смысла. Весел снимать будут постоянно. Ты куда на панкер? Обратно. Педалирование в другую сторону, брат. Андрей, что я вижу? Побед столько же, сколько поражений. Шок, желаю сегодня выйти в плюс, сердечко. Спасибо. Пробуем, пробуем, экспериментируем. Нам надо лайн распушить и, ну, подкачаться еще чуть-чуть. Блин, ладно, урна, будем чисто друзей хилить тогда. Я геок миром возьму, чтобы темп замедлять им. Там да, норм. Это чел диспельнит. Окей. Возьми что-то на флекс, типа аганима. Я даже близко, не 25-го, рановато пока. Можешь? Криву. У, тоже хуйня, там хрона. И стрела. Ку возьму. Он один, кстати, можно попробовать взять его. Го-го-го. Говноед прилетел, если что, можешь брать. Хотим в боте играть? Мне подойти к вам или... Я запушу... Я запушу топ, потом приду на шмуток к вам. Грибы. Пущите лабы, чтобы топ откушивать и с нами быть. Блин, вот у нас еще. Мидя. Я думаю, они в мунлайте. Лечу на аванпост, я лечу. Меня не бьет.
БКБшки жарят. Давай отойдем. Пойди. Блин, БКБшки, Еулы, Легионшки, кнопка. Очень да, неприятно. Конечно. На самом деле, если бы у нас была Сентря, мы бы убили СКА сразу. Все было... А, говноед последнюю высрал. Вот сюда вот бесполезную Сентрю. Он еще все скупает, потому что он самый умный. И ставит как дерьмо. Треков здесь не будет в этой игре, конечно, вообще. Они к нам никак не зайдут, наверное, против тебя и меня. Next книгу съем, ребят. Мне 20-й нужен очень. Не знаю, по-моему, ПЛ не играет в эту игру. У меня есть... Типа ПЛ, у которого... Который играет против Легионки, Сент-Кинга, Герокоптера. Еще про Time Dilation говорит, и это не напрасно. Сюда. Я их закидаю копьями. Секунды пистолет. Секунды, чины. Норм. Так. Другой нет тайм игроша. Не уверен, вроде это с прошлой. Да это можно на халяву еще себе прибрать. Всем гений ебаный. Мне кажется, он чей по стрим смотрит. Ты думаешь? Дред, а ты можешь говорить там го на топ, ребят, и мы будем бежать на гира в следующий раз? Можно. Капец, ты обузку придумал. О, смотрите, киса еще идет. Но мы не будем убивать ее, естественно. Да, я далеко, ребят. Я иду. Некуда уже идти, мне кажется. Думаешь, по-моему, он вообще пиздец. А вот он. У меня линка секунда была, пиздец, ой. Жалко. Да я не знаю, ребят, какой-то аналог в игре происходит. Не очень байбек. Го вот туда встанем, попробуем что-то сделать. Может кто-то вниз пойдет отпушивать, нам убьем. Нам Vision, купи Vision. Если у тебя будут центри апсы, мы выиграем здесь драку. А я покупаю.
Видишь, есть вроде вижен какой-то. Вроде тавр в боте упал. Во-во-во, надо гералет убить, попробовать и тавр забрать, точнее гералет убить. Или на миде ЛЦ. Короче, что-то здесь нужно делать. Вот на миде ЛЦ можно попроще. На миде, мужики. Они сейчас все стянутся. Вот, смотрите, еще мужик идет один. Можем отойти просто. Вот, идем. Хотя... Тут все уже, нам не надо драться против Эйдиса. Нет, нас четверо, до ГБ. Я убью им пачку. Не будет пачки убить. Распушьте мид, я убью топ. Центр проебал. Ладно, наебал, ребят. Их боти пачка. Ну, дальше мне пока тут тусить негде. И делать нечего. Ну, только можно это завоевать. Есть? Дайте тайминг, пожалуйста. Так, ну да. Нас на всех позициях закончились до победы, кажется. Чисто Void пятерочка слишком сильно оказался. Не, Void пятерочка с Time Dilation нормальная тема, но он что-то 11 уровень был. Рановато, по-моему, немного. Так-то Void с Time Dilation в одну сторону прыгает. А если у него 11, то он прыгает в две стороны. Блин, ЛЦ все-таки реально персонаж что-то супер ебанутый. Вот эти его пресс за атаки, это такой бред. Просто БКБ на 2 секунды дает какое-то халявное, непонятное, совершенно непонятное. Откуда, почему БКБ? Но он дает его как факт. Это, конечно, лол. Ресурсов мало, я зарифлю ресурсы, гол. Пассивный худ, лол. Ну, кстати, смотрите, тоже демедж выдаю немного. Что-то два станчика, урон какой-то делается. .248, .249. Да, ну надеюсь, мы сегодня сломаем, так сказать, этот счет. Чё, говноед на Shadow Demon'е, почему проиграли? Потому что сдох я три раза там, да? Ну ладно, блин, извините, парни.
Ничего, в следующей игре без меня будете и победите. Правильно, говноед на Shadow Demon? Давай, удачи тебе. На Shadow Demon, на Shadow Shaman, да. Блин, говноед на Bounty Hunter даже позиции не знает. Так, оффлейн, мидлейн пока не готов, надо еще чуть разыграться. На демоне, так как он, черт! Да, брат, черт он! Вот, а так Netwars там фантастически. Там по XP очень жесткое преимущество у врага было. Где экспа, experience? Да, видите, experience поболее, чуть-чуть. Player level. Ну, короче, вот он, график такой. 15 тысяч, это то бишь на 20, там уже 7 тысяч отставания. Ну, такое не выигрывается. В матчмейкинге это не выигрывается. И при том, что пик у нас в целом более-менее адекватный, на самом деле. 12-8-9. Более-менее адекватный. Но врага огромное количество тимфайта. Вот. Минус того, что... Ой, сори, мужики. Так, ладно, антимагия, санкинги, дарксир в бане, санкинг пикнут. Вот так попробуем. Что хотел сказать? Я не помню, что хотел сказать. Тогда, значит, не так важно, правильно? Ну, получается так, да, не так важно выходит. С не очень много контроля, так называемого. Зато в пике есть герой нового поколения, Бон Флетчер. Только есть подозрение, что вместе с антимагом может быть не очень прикольно. Но Бон Флетчер это активный герой, он должен, наверное... Хотя что он должен? Он сначала высирает себе Майлшторм, Драгонлэнс, Скади какой-то, и только потом начинает что-то делать. Боник Мит это рэпер, да. Боник Мит это рэпер. А, ну он еще в муте. Мавакха. Бля, ну это точно рэпер у меня в миде. 100%. В чем прикол Баланара, почему начали пикать? Да просто потому, что больной герой. На самом деле, отчасти прикол Баланара в том, что он контрит Сларка. А Сларк это тоже такой один из самых сильных керри этой меты в лейте. Вот. И в целом против ПЛа тоже довольно неплохо себя показывает. Эдакий Баланар. Поэтому и начали брать. Чисто ради Сайленса. Ну и опять же, это просто машина, которая очень жестко стоит линию. Очень прям жестко. Чему рейпер? Что это значит? Долго объяснять очень. Тимачер, спасибо за подписку, пожалуйста. Пожалуйста, спасибо. 4 месяца подряд. Хаджи Рамат, спасибо за 2 месяца. Техаса неплохо. Контри. Да, против Техаса тоже приятно. Гем берем, летаем, смотрим. Поэтому нормально. Не уверен, что мы кого-то еще контрим. Вот, но может быть контри. Ладно, поехали. Моя игра, это моя игра. Она мне принадлежит. Таким же, как я. Я тоже, кажется, стал чуть-чуть рейпером. Рейпер в миде? Да просто была игра одна, где... Да, был чел в миде на Урсе. Вот. Который очень много пиздел, потом начал читать рэп и сказал, что он рейпер вообще-то, а не дотер. Вот. Ну, игру мы, естественно, проебали. Потому что Урса в миде, как бы, сами понимаете.
0 станов, урса в миде, все дела. Вот, поэтому у нас теперь как бы я рейперов издалека чувствую. А суппорта, я так понял, никакого не будет у него, да? Так, а чё, можешь мне взять сейдж маску? Или ботинок какой? Да ладно. Раз такое дело. Где там кислое? Буду жарить череп этого. Какое? Молодец, молодец, конечно, молодец, ага. Нихуя себе, лучше? Мы, блядь, мидера убили. Я, кстати, еще видел одну такую темку, то что... Берут потом вот эту штуку. Возможно, это правда, потому что что тут по дэмэджу? Night Duration 3.5. Ну, немного дэмэджа, типа, не могу кулдауна. По идее, не стоит того. Это больше урона даст в конечном итоге. Так, это уже не балуется. Сдох. Но это даже хуже, на самом деле, для него. Я бы получил экспу голду. Вот, но он бы вернулся скоро. А так он никуда не вернется. Он вернется в лес максимум.
Так, нет времени объяснять. Мув на тоненького. А ёб твою мать. У вас на руна тебе выпало. Она из пушлейн, не ты муротцев. Я стак меньшей. Не надо мне муротцев плей. Спасибо большое. Так, Саренс можно высрать. Теперь сейчас с вызами с достами можно Санкинга убить, поехать. Можно здесь на линии что-то сделать. Тавр я вряд ли убью. Лину я хочу убить, но это тоже маловероятно очень. Так, alright, alright. Вот, сейчас 8 уровень. Культа. Go kill Lina. I go for something. О, ебать, дредуха. Здесь то еще нет. Что? Ты не ударил? Да я оставить хотел тебе. Стики нашел. Я на мид на Лину успею еще. Шаман, как kill mid? Ошибка моя, моя ошибка. А ты что здесь сделаешь? 131 Polar Dog. Вверху качка там вроде как, не? Так, еще вот эту штуку. Мы прожали. Поэтому, ну, видимо, мы наверх идем качаться. Там Sun King, там неприятно качаться. Этот вниз пойдет. Ну, а куда еще? Значит, наверх он будет пушить, мы будем впитывать экспу. Каков план? Странный. Большого уровня.
Сверху кто-то останется, можно убить, ночь будет через 20 секунд. Давай, подойду. Я смог хоть мучить, что в пайло побежим. Хотя вообще в теории нам просто вообще качаться нужно. Поставь кобр в миде, забайте. В смоке, ну, в смоке, враг. Они в смоках, наверное, бегут. Можно убить. Но у меня глобал есть. Хорош, пару. Так, а мы пока отдохнем еще немного. У Санкинга ульт остался. Второй. Какая же ты у меня жесткая. Он тряс. Вроде бы он тряс, я не помню. Ну не буду говорить, это вдруг это... Ну да, снапает. И все равно, блять, пейло больше левел, чем антимага. Как так, блядь, происходит? Помогите. А, ну у меня вот. У меня же рейпер в миде. Да за шо? Одиннадцатый. Блять, как это происходит вообще? Просто жесть. Сагните мне тройку. Просто на этого на бомфетчера сейчас выход будет какой-то. Без БКБ, подруга. Я в туда захожу, сутки дальше поймаю. Хорошая точка. Антимаг, они твои, блядь. Ага. Не пошло. Как он не убил Рину, я не понимаю. Не, в принципе, нормально, парк. Вот он даггер нашел. Не знаю, вряд ли у нас какие-либо шансы, честно говоря, есть в этой игре. Антимаг.
FPL, фулл обоссанный на линии, выходит с мидасом, большой, все равно нихера не сделать. Опять спутником обколосы и ебт всех без разбору. Имей совесть, Андрей. Хотя, наверное, уже поимел и я. Да что-то не, в этой игре... Ноу, такого не будет. Я бы сказал, что нам пизда в этой игре. На Санкинга будет последний? Уже в пути. Пошли, мой друг шаман. О. Что-то жестко. Бля, вот я не хотел в кэмп стоять. Могу взорваться. Спасибо. Попробуем, там могут взорвать. Но нормально. Понимаю. Ну за смен. Блин, и вот уже хочется прям поддолбить немного. Не, никого нет. Сейчас могут смоки как раз по нашему лесу гулять. Получается, немножко подождем с БКБшкой. Соточки голды не хватило. Обидно, обидно. Досадно. Почему сабля? Очень по статам подходит. Манреген, плюс ее можно разобрать. А, кстати, я мог бы... Можем в боте, в принципе, прошарить тавр. Я мог бы сделать вообще саблю из... Ой, БКБ из сабли. Это я мог бы сделать 100% за 2600 всего лишь. Забыл, забыл. А надо было. А там уже подумали бы, нужно на саблю снова или нет.
А тебе в нашем же подраться? У меня с ночи есть и БКБ. Мы это два сломаем, будь, а потом можно чего угодно. Я здесь еще готов буду на них... А, все. Понял. Ладно, короче, байч. Парни, Арашана можем затыкать? Мог бы, наверное, пэлла взять, ошибся. Тут мины могут быть аккуратнее. Я без глобала 40. А я без ночи. Надо почилить, парни. Блин, эти мужики вроде качаются, но я не знаю, есть вот неплохо. Посмотрим. Я бы даггер БКБ бы себе взял. Ой, даггер гем. Я после даггера себе гем возьму, тогда можно будет погулять поинтереснее по карте побольше. Я заранее пойду под Рошана Вижн стоять, парни. Надо будет забирать, пока мы с позиции силы играем. Я иду, иду, иду. Не-не-не, забейте, хуйня, уже хуйня. Уже хуйня, уже хуйня. Окей. Походу варт стоит. Чего не так топ-то нешь? Бля, без потерь не дойти, пар. Ну да, хороший герой, дэмэдж имеется. Итак, 25 можешь силы. Можешь себе на самом деле на эми взять, тебя шадарить даже не смогут. Или КД. А ща я КД, раз вот у нас такой темп хороший. Дэмэджа нет, но можно пробовать потыкать чуть ее. А нет, есть дэмэдж.
Слушай, а может это мне гем купят, то что что-то у меня темп такой хороший. Все на команду, парни. Гем летит. На союз. Хорошо. Шмоточку, шмоточку. Нахуй бросок. Так, это что-то да, получается. Нет, слушай, блядь, спидрейсер нахуй. Опа. Не надо отрегениться. Кинга тебя не убей. Мина. Ну легко. Снизу хаст. Ага, Dark Ascension cooldown, и будем с гемом летать, чисто чилить, смотреть, что происходит. Да, бонусные 200 урона, это спасибо, игра, спасибо. Вард на топ-руне. Сейчас проверим. Че, смог нажал? Бля, парни, чуйка, в боте больше всего мин, в топе меньше всего, гоу топ. Давайте сломаем мины просто, они все равно в курсе то, что мы здесь. У меня ночи пока нет, мужики, я useless. Мне показалось, Скади предлагает мне. Ну, в принципе, с Абиссала прыгать, ну, не самая плохая идея. Только 1600 лишний тратится в никуда. Это я don't like. Вот, а так, что еще можно? Кирасу, Кирасу, Кирасу. Этот Кирасу классный вариант. Возможно, даже лучший. Вот. Или что-то из сабли сделать. Аганим делается из сабли. Ну, из вот Тугр-клуба. Бладторн.
тоже не нужен, к сожалению. Можно супер дагер сделать. Но это тоже выкинутые средства куда-то. Что там? Ривер, блин, дэмэдж дополнительный. Не знаю, кираса нужна. Слота нет. Лоло. Я все пизды дал, и глобал успел нажать. Так, кильтозаврик, киньте. Понятно. Парни, домики, домики, домики. Да, что ж ты будешь делать-то? Андрей, а ты в курсе за тему игрок не враг? Если да, то что думаешь так чистить навскидочку, шо делать? Блин, да что делать? Да, пизда на самом деле. Конечно, я в курсе. Это зашквар полный. По-моему, это просто варварство. За шутки, типа, настолько жесткие выносить решения. Что это такое, блядь? Ну, типа, 10 суток дали, посидел. По идее, этого достаточно. И так, все пошумели, все поняли, что вот, не надо, значит, шутить так. Окей, было бы нормально. Но так... Типа из России выгонять. Кому мы хуже делаем? Не знаю, Драк пиздатый комик, он, у него смешные шутки. Лично мне, как пользователю, так сказать, очень неприятно. Даже с учетом того, что типа я, ну, не знаком. Многие комики, знаете, высказываются, типа, мол, хуёво, потому что это еще их друг. Я его не знаю, но просто как пользователь, знаете, мне бы хотелось продолжать, так сказать, впитывать его контент, если понимаете, о чем я, да? Вот, ну и сама позиция банить за шутки, ну... Она, блядь, не настолько жесткая была, понимаете? Короче, полная хуйня. Я супер не согласен с этим всем, ну что поделаешь. Говно из жопы есть говно из жопы. В конечном итоге, я говорю, это, ну... Не помню, кто именно высказался, но кто-то сказал, и я прям дико плюсую то, что шутки, они как бы нужны для того, чтобы снижать градус, скажем так, температуры жоп населения, да? По какому-то поводу есть переживание, соответственно, есть шутка, она немного разряжает атмосферу. Вот, нет шутки, соответственно, температура накаляется. Короче, не знаю, мне кажется, шутки должны быть практически неприкасаемы. Понимаете, о чем я? Нет, конечно же, опять же, обузить это будут. Обузить не надо. Какие-то меры должны быть, но не такие. Но не такие. 100% не такие. Так, все, я взял Хекси, лучший гангер планеты. Дайте это полная хуйня, это полнейшая хуйня, которая часто, к сожалению, происходит у нас в стране. Блин, БКБшку может взять. Сколько там мины? Мне кажется, много, немного. Ай, это ебать. Идрак Беларус. Живи, Беларусь. Живи, Беларусь. Так, еще у меня сабли больше нету, получается, да? Я бы не хотел бы без сабли. Теперь. Знаете, все равно нормально высказаться по этому поводу не получается, потому что я сейчас играю в доту, я расфокусирован, я как бы... Тяжелее мысли доносить в таком ключе.
Но по мне так это, конечно, полнейший зашквар. Полнейший зашквар. Это варварство. Это просто варварство. Судить, типа, за шутки. Можно пример с Запада взять. Если бы там было бы такое же, там бы уже все сидели бы комики, скорее всего. Абсолютно. Опять же, очередная хуйня какая-то сковывающая, которая будет вызывать негатив и возбуждать народ. Я не знаю, зачем это делать. Я не знаю. По-моему, это дебилизм. Здесь. И чё, смотрите, сабля как тут лишняя, как будто бы была. Ты говоришь, что он должен принижать градус горения предаков, он же наоборот подорвал их, так что все по делу. Я думаю, что... Бля, чувак, ты серьезно думаешь, что какая-то шутка может стать причиной вот такого вот взрыва? Это накопительный эффект имеет. С вашего позволения, Андрей. Народ чем-то недоволен, понимаешь? Народ многим недоволен очень, да? И нужно куда-то выместить свое зло. Вот раздули тему, которая по факту является хуйней. Которая может обидеть небольшое количество людей и не так сильно. Давайте уж, блядь, смотреть правде в глаза, мы не такие уж обидчивые, да? Вот, но из-за счет того, что злость эта накапливалась, вот, пожалуйста, куда-то она вышла. Но это полная хуйня, ребят, граждане, это полнейший абсурд просто. Не знаю, мне было не очень обидно. Я русский, ребят, мне не было обидно. И хоть и, опять же, не то чтобы, знаете, шутка прям разорвала меня, но мне не было обидно. Мне совершенно не было обидно, даже если бы я срал на матрасы постоянно. Я бы так, ну, блин. Да, ты знаешь, о чем говоришь. Короче, это зашквар. Это жесткий зашквар. Интересно, что будет дальше. И надеюсь, что самый драк только получит... бонусы от этой ситуации, получит больше известности и станет тем самым голосом, скажем так, который будет еще больше углубляться в эту тему. Потому что его провоцируют углубляться больше в эту тему. Если он будет не в России, то получается у него будут развязаны руки, чтобы хуячить про Россию нормально так. И не знаю, я буду слушать, так сказать, с радостью. Так, ладно, что там у нас? Жарим. Ну, поехали. Поесть бы еще, конечно, поесть, но есть не надо пока, не будем пока есть. Пипега, спасибо большое за подписку, 4 месяца подряд, дай бог здоровья. Националист на стриме. Да какой националист? О чем ты говоришь? Попробуй сидеть в Израиле про евреев, в мусульманской стране, про тамошнее население, таких шутников там быстренько вставят на место, но мы должны почему-то все терпеть и слушать. Слушай, я не говорю, что мы должны терпеть и слушать. Посадили на 10 суток. Люди такие, комики такие, ладно, понятно, хорошо, мы поняли посыл. А, ну, из страны выгонять, блядь, что это такое? Это просто я говорю, это народ подхватил эту тему, потому что им некуда девать свои недовольства. Все такие,
Так, 10 суток отсидел. Блять, ну я все равно не успокоился. Я почему-то не успокоился все равно. Нахуй его отсюда. Вот так вот это происходит. Извините, соседи, если что. Я тут это самое... Ну вы поняли. И типа все думают, что в этом проблема. Типа дело в нем. Ну, короче, я говорю, абсурд. Ебаный абсурд просто. Стыдоба. Стыдоба. Поражает молчание его друзей-комиков в соцсетях. Они просто молчат и ничего не говорят про эту ситуацию или хотя бы заступились за него. Очень обидно. Так. Почему молчание? Мадеры, там половина ансабов спит на обоссанных матрасах. Работа для вас. Идраков президенты. А, молчание? Да не молчание, люди пишут. А что, что сделать? Что они могут сделать? Вот скажи мне, пожалуйста. Что они могут сделать? Даже раздувание этой темы, написание подобного монолога, понимаешь, оно будет пресекаться сейчас, скорее всего. Поэтому делать это люди не очень хотят, откровенно говоря, учитывая то, что они рискуют работой своей. Это дело работы всяческих профсоюзов, да, защиты комиков там и так далее и тому подобное, да, которых не существует, кстати. Вот, но никак не самих индивидуально. Сами люди могут посочувствовать, высказать свое мнение, но что-то кардинально изменить в одиночку никто не может. И если будут, скажем так, недовольные, рискуют исключительно уехать вместе с траком. Да, вот те люди, которые прям будут бунтовать, скажем так, в одиночку. Вот они просто поедут с траком. Никто этого, естественно, не хочет, но все понимают, что это неправильно, зашквар. 10 суток — это глупо. Ну, блин, слушай, тут как бы это две стороны же все-таки, правильно? Если есть большое количество недовольных, то, вероятно, их тоже нужно как-то удовлетворить. И, по идее, 10 суток — это не то чтобы прям такой жесткий, да, приговор. Неприятный, конечно, неприятный, да, но не жесткий. И это привлекло достаточное количество внимания. И люди получили информацию, получили посыл, да, но... Короче, не знаю, ребят, я не политик и не стремлюсь туда, но мне кажется, что-то давно пошло не так. Так, Полрингер, каши, вот это вот, а я не понимаю, что... А, там же нуль талисман можно было покупать, мы заговорились, нуль талисман, да-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 да. Правильно подметил, что недовольство накапливалось, но накапливалось и по этому поводу тоже. Тоже накапливалось, да. Неизвестно, в синих странах, когда русские стоят. Да, нет, ну я, короче, я понимаю, о чем ты. Да, накапливался и по разным поводам, по разным абсолютно. Вот, просто почему он впитывает за все это? Это айсинг говно из жопы, так называемое. Слыхали что-нибудь про говно из жопы, уважаемые дамы и господа? Я слышал. Вот, хорошо, хорошо, очень хорошо. Острая тема, конечно, острая. Волнует людей, волнует.
почему нурик пермейтом? Ну, и дэмэдж дает, и манореген. Вот, и в принципе такой полноценный артефакт, который остается надолго вместе с тобой. Короче, я у кого-то подсмотрел, и в принципе понравилось. Попробовал, и в принципе понравилось, и в принципе продолжил. Блин, есть хочется только, вот в чем проблема. Это у нас, кстати, еще саб-чат был. На деле, мне кажется, если бы чат работяг был бы включен, здесь бы, ох, полилось бы и за, и против, так сказать. Так, Василий еще раз сделал донейшн. Фронтир Ван, спасибо большое за 5 подписчиков. Большое, большое спасибо. Его друзья должны хотя бы какой-то комментарий дать или в старисе хоть что-то высказать. Я не говорю про какие-то протесты на улице за него и тому подобное. Они высказали. Они дали комментарии, высказали. Это было все. Стэнли Шорт. Спасибо, 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 спасибо. Да, Василий не следит. Василий не следит и высирает. Похоже на желтую прессу какую-то. Ну, блин, Василий есть Василий. Тут ничего не добавить. Помнишь выходку Мэдисона на стендапе? Почему тогда преследовали в течение 2 лет? Блин, чувак. Он... оскорбил святое для огромного пласта людей. Прям именно святое, понимаешь? Чуть-чуть разные вещи. А здесь шутка не была прям агрессивной какой-то. И опять же, важен контекст очень. Важен контекст. Да. Квотл ты заберешь? Или нормально, нормально. Блин, ну пока мы жарим, пока мы жарим. И там эти песики гав-гав не справляются, тоже очень радует. Наверное, мы сначала арканы какие-то себе попробуем подмутить. Там все остальное. О, май. Это мой магнит, это что? О, мужчина. Так, это... ничего ни у кого не накапливалось. Просто одна телеграм-группа «Мужское государство» начала форсить эту тему и угрожать ему на улице. Да, одна вот как раз таки группа и все сделала, правильно? «Мужское государство» руководит всем на свете. Бля, чё с тобой нахуй? Чел, мы с тобой 3 раза... Чё с тобой нахуй, чел? Мы с тобой 3 раза. Ту-ту-ту-ру-ту-ту-ту. Они дали комментарий, когда его арестовали. А когда его выслали из страны, сразу замолчали. Я все слежу. Максимально плотно. Дрюс. Все норм, бро. Хорошо. Василий. Принято. Тогда, получается, мы ошиблись насчет вас, Василий? Так это выходит, мы не следим за вами, Василий. Это зря мы, наверное, конечно. Я сюда пришел доту смотреть, а не про ибландскую шутку Иблана какого-то слушать. Правда. В том плане, что мы занимаемся не тем, чем должны. Поэтому в целом разговор заканчиваем. Ну, тема интересна, тема интересна. Мне тема интересна. Требовать изменения нельзя. Говорить что-то нельзя, шутить тоже. А что делает Максим Галкин? 20 лет трахает пожилую Примадонну. Ну сколько можно? Так, я не уверен, что так можно было говорить. Как все это сводится-то на Максима Галкина. Изящно, да? Угу.
Так, что-то какая-то сосня, да, пласхитом. Блин, по левелу мы сильно впереди, конечно, это приятно. Если бы я тратил ману на станы тогда, возможно, мне не хватило бы маны, чтобы сделать все сейчас, что я сделал. Если что. Для хейтеров. И для Магнуса. Который говорил, что, блядь, нахуй, что, блядь, так, что, блядь, стан не может взять первого уровня на 0,1 секунды за 150 маны. Блин, а что мне надо перестать пиздеть и побольше играть? Играл ли ты стример в Crusader Kings 3? А, нуп! Нуп, 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 нуп. Здорово, Карп! Карп! Здорово! Сейчас эта группа угрожает суши доставки Тануки. У них на фото чернокожие модели. Они начали угрожать им, делай фейк заказы. Полный кибербуллинг. Жестко, жестко. Блять, а я не думал, что эта группа руководит многим, настолько многим. Как-то я теперь стремноват стал немного. Так, этот нам Гелина там все это заберет, да, да, заберет. Бля, это мем, конечно. Это не наилучшая тема на стриме. Вы раздуваете срачи, дреды могут зарепортить и забанить. Без так что давайте боту посмотрим. Да. Так и есть, на самом деле. Говоря по этому поводу, я тоже рискую. Но вообще на стриме нельзя говорить про политику. Является ли это политикой? Хороший вопрос. Не уверен. Ладно, все, зато про Энигму можно говорить. И у нас, кстати говоря, очень неплохая ситуация в целом. Не считая того, что нас пришли, убили, очень много получил минусов ликантроп на линии. У него тайминги будут плохие, артефактов. У нас напротив все хорошо, высрится... БКБшка, которая дает нам возможность набалтывать. Кстати, подождите, а можешь вообще Октарин сначала взять, попробовать? Потому что что-то, когда я брал Октарин, мне так это нравилось. Очень частый высер долончиков звучит классненько. Слушайте, ну и такие вот блэкхолы можно будет давать почаще. Как вам? Вам нравится? И это не противозаконно в целом тоже радует. Очень сильно. Можно про политику? Я не знаю, я не помню. Можно. То, по-моему, говорили вроде то, что нельзя. А может быть и можно. Ну знаешь, на всякий случай ты просто ни о чем не говоришь таком обычно. И в безопасности находишься. Потому что...
довольно много задач. Но! Что ж ты, блядь, от меня хочешь, дамочка? Ну это он молодец, конечно. Василий, мы поняли, что вы следите за этим калом. Но, пожалуйста, закройте рот и дайте наслаждаться спокойно Доты 2 от Андрюши. Блин, Лина, соль. И Драк мог публично высказаться, что с уважением относится к русскому народу, он этого не сделал и вину не признал. Зачем он в России? Да, сложно. Дреда не забанит. Он уже завтра будет главным лицом Рунета со словами: «Я еще обижен». На у его отсюда. Я еще обижен. А, ну... А, кстати, да, Андрей Жиза. Говорит про свободу слова и ставит сапчат. Лишая голоса, простой народ. Что это, если не лицемерие и двойные стандарты? Вы не простой народ, ребят. Вы не простой народ, а я человек. Я всего лишь человек, который не может выдержать весь высер народа на свою персону, который очень много хейта в интернете есть. Поэтому мне это слушать не по кайфу, понимаешь? Это несколько другая ситуация. Так. Хорошо. Ладно, но с другой стороны, я эту игру, по идее, в соло выигрываю. Мне нужно только времени немного. Что это за хуйня, простите? Андрей, привет. Скажи. Слышал ли ты о подготовке закона по регулированию трэш-стримов? И чего, блядь? 40% на 6 секунд? Ебать, вот это кайф. Вот это чисто впитал, кайфанул. Так, что подготовка? Ладно, дайте в доту чуть поиграть. Потом вернусь к подготовке там чего-либо. У меня бы андайнг, что уровня в соло убивает. Это не очень хорошо. Это Соломит Котланд, здесь, который бэбэкался. Да, кайф. Так, что там слышно? Андрей, привет, скажи, слышал о подкупе закона про трэш-стримеров? Свой стрим? Но у меня вроде как не трэш-стрим. Мне тоже не нравятся трэш-стримы. Когда тема была эта, я согласился, что это полное говно. Сейчас не будем... Что говорит от лица Ансамов? Вот сотку на донат ты нашел. А докинуть цену доширак и подписаться не додумался. Вот поэтому вас и закрывают. Давайте говорят антипернишение. Будешь стремиться нас с Ярославом?
И кстати, как думаешь, Т1 возьмут на инт после победы на Эсль.точка или я что-то пропустил? По-моему, уже никого не берут. Со мной стояла недавно Энигма на 4 в харде без второго скилла. Максил первый и третий. Залупа вышла полная. Не хочешь попробовать такой билд? Да, это правда похоже на залупу, братик. Попробуем. Да нет, я шучу. Надо мне. Я не понимаю, что тут спорить. Обидеться на эту шутку может только ватное быдло, у которого обосранный матрас в голове. Либо совсем отбитые. Сори. Так, отключает режим только до подписчиков. Ну чё, народ, погнали бунтовать! Чё-нибудь делать будем? А, только смайлики. Понял. Короче, нам бы не проиграть ближайшие 2 минуты. Тогда мы победим, скорее всего. Потому что, я говорю, я быстро нафармлю БКБ дагер и будет норм. Блин, надо... Ну, бот что-то с бадлайтом не может успокоиться. Зарил XMK, спасибо большое за 6 месяцев подряд. Добро пожаловать обратно, сэр, сеньор. Сеньор, сэр. Так, ну что у нас, эмоции в основном какие? Есть бунтари, получается, есть хомяки какие-то, присутствуют и библтумпы. Давай, это тебе, Зевс, они твои, да. Можно так, можно топ задефать. А, это забанено, да? Вообще нас Октарин. Блин, Котл просто жесть, насколько полезен. О, у меня, кстати, может конверсию откручивать. О, Мидас и Мандайн. Нормас. Мужики, тут мужик один, поможете? Ебать. О, там Лин еще. А куда ты делаешь? Куда я, блядь, сдохну просто, если не дам. Хороший урон такой приятный. Без БКБ. Джейсон Окс, ну да, некоторый срач был на стриме. Ну такой, типа, мы затрагивали острые темы. Пока я могу еще умирать, ничего страшного. Пока можно. Пока нет БКБшек, там всяких туда-сюда, еще можно фидить. Ничего страшного, ничего страшного. Чего страшного? Только нужны нейтралки какие-то хорошие. О. Все. Укрепился. Thank you.
Сейчас будет ТП. Вообще есть чем и деф там. Магнуса с кораблёнком. Андрюха, спасибо за регулярные подрубы в это непростое и нестабильное время. Даже с температурой. Я щеирл включение с карамельным. Дай бог здоровья. Спасибо большое. И есть еще в планах включение с карамельным. В это воскресенье будем в теннис играть. Стараемся там У них тоже с сетапчиками продумывать. Как лучше, как хуже. До конца, до конца. Не очкуй, го-го-го. Уже ж конец, мужики. Сейчас, блин, конец. А пошли, пошли. Блять. Начиная БЛМ, Палестине, Израиле, Афганистане и клонах Путина. Донатов за лутыш на месяц. Блин, все-таки Октарин кайф, и пассивка это на эдолончиков тоже приятно очень. А еще почему-то Котл с траволами, а он без траволов, все, просто нет. ТП дает на Санкинге. Может эпик. Не-не. Так, ну что, почти есть. Еще, кстати, в теории можно на Энигму делать барабан, если ауешек не очень много врагов, и эдолончики имеют право морально и физическое стрелять. Вот, тогда нормальная тема. 45% скорости атаки. Хорошо, она захотят. Это хорошо. Есть смог. Гладлина. Под мой станок. На мид-пачке. Горшана, Рошана, Горош. Я помог, кстати, ему. Нет эпицентра. Можешь взять на Энигме, а Легас не нужен. Амба. Дай на где-то. Вообще не стоит жалеть кулдауны всех этих магий. Пока у меня нет даггера и нет какой-то супер нужды что-то делать правильно. Или конформ нажал. Почему нет? Нормальный бейс, нормальный, нормальный. Тарильчик есть тоже, кулдауны поменьше. Блин, не да, Энигма в некоторых ситуациях, конечно, очень хороша. Приносит нам ПТСики. Тем, кто говорит не обижаться на шутки. Я пропустить. Ваших матерей ебал на пропустить. Спинах ваших не отчимов, надо. А не ваши надо. Отцы смотрели на это и подарчивали. Точка это. Кстати, шутка точка или нет? Я как его пытался пропустить, сорян, почему-то не пропустилось. Бегу на хосте. Давай, давай, сделай мне больно, давай, блядь!
девчонка. Простите, пожалуйста. Не знаю, я реально нажал пропустить донат, он почему-то высрался все-таки. Может, это с Твича кто-то задонатил? Шучу, ребят. Грубый очень донат, некрасивый совершенно, простите. Вот видите, и тема поднимается дальше. И какая ярость? Вы чувствуете, какая ярость у человека? Какая ярость? Понимаете? И вот это зеркальная ситуация, то, что, мне кажется, с драком было как раз-таки. И вроде такие замяли, все такие, ну да, ладно, все, 10 суток отсидел нормально, а потом все такие все равно. А вы, да вы, блядь, да вы понимаете вообще? Да вы, и вот такие вот сообщения на почту приходят. С всем, да, и такие, ну, ладно, понятно, понятно, здесь уже придется, а может быть и не так было. Иду на ноге. Так, сейчас мы такие, чик-чик. Да, на бокабах. А, Лена без бокаба. Сейчас мы такие, смотрите. Опуш. Чик-чик. Чик. Блин, самое value ТП 2021 года. А это собаки те самые, которые... Я вообще похуй. У него егет, гоп подойдем, гоп подойдем. Я бегу, секунд 5. Винвизия. Я не понял, как так получилось? Меня убили здесь. Я даже на мини-карты не смотрел, но для меня это, типа, знаете, ситуация... обязующую команду быть здесь к тому, что я, когда рестусь, типа, они все уже будут. Это под тавером случается наш. Не под тавером, под, вот, под базой. Вот, здесь меня ловят, здесь база. Телепорты, 4 штучки, и прибежать. Это как раз-таки хватает время на сколько меня убивали, плюс рез. Вот так вот. Да, дыры пока не очень темные, ребят. Не самые темные дыры, которые вы, наверное, когда-либо видели. О, это дерьмо билд, кстати. Есть смысл на полчасика донат отрубить? Да, нормально. Я поскипаю хуёво. Я не думаю, что их много сейчас будет. А супер говённые мы скипнем. Есть бить? Может, есть смысл на полчасика донаты отрубить? Сейчас у детей вена на лбу успокоится и можно будет нормально смотреть, не отвлекаясь на особо активных. Нормально, нормально, нормально. Сейчас все будет, все. Блин, конечно, жесть, он шинкует. Нормально туманчик жарит. Ладно. Так, сейчас вернусь или не вернусь. Подождите, подождите, подождите. Не, ладно, давайте доиграем, потом я иду разогрею. Сейчас 40 секунд, не так много. Я рассчитывал, прыгая, то, что попадет аппарат ультой, и тогда бы сдох Ликандроп. Но он не попал, и сдох в итоге я. Рефреш Руандайнга планируется. Ладно, блин. Подождите, пожалуйста, еще немножечко. Че этот чел без тедерволов делает? Я вообще не понимаю. Чего, блядь?
Этот еще выслал куда-то совершенно непонятно ульту. Здесь опять могли бы убить кого-то с блэкхолом. Так, блин, нормальная тема, кстати. Оказывается, так можно фармить, жить. Мне нужен вижен за месяц. Я всех убью. Нет, я всех убью. Как не Рошана на котле? Нужно чекнуть. Так, ну что, долончики, сейчас будем прожарочку устраивать. Сейчас долоны покажут, кто здесь наваливает. Ладно, сегодня наваливает. Бот и топ ломаем, одна лина нихуя не делает. Ай, гараж. Лина тут будет. Вижу. Бэ-бэ, Клина. Похуй. Ну как похуй, это важно ведь. Это на УЕ делается? Ладно, кнопки КД на самом деле. Падал драться, го выйдем чуть-чуть. На тройку. Ну или Люкана в боте. Сильвером. Пить еще гем.
Витя, ноль талисман-то оставили, оставили нолечек-то. Так, давайте, давайте. Не. Только не в рот, пожалуйста, не надо. Не надо. А что там Магнус? Ну Магнус должен спасти, если он в игре окажется, как-то что-то придумать должен. Прокатить там, например, кого-то куда-то. 20 армора. Не, ну ликантроп сильно больно делает, конечно. Конечно, делает сильно больно ликантроп. Да похуй, у меня есть байбек, все есть вообще, поебать, срать. Ну, магнитозавр тоже сделал. Ну ладно. Ну, думаю, даже байбекаться не надо. Тут соло для Свена. Ну, испугать только, честно. Чтоб пропердели с челом. Хех. Так. Чё, рефрешер делаем? Наверное, рефрешер, да. Наверное, рефрешер. Блин, у нас каст редж такой сейчас бешеный. Так, с рефрешером. Прикольно. Блин, на самом деле они нормальный дэмэдж делают. Это вот они делают дэмэдж. Ага. Четыре Malefice Instances. Жестко. Но вообще, мне нравится то, что мы спауним 8 эдолончиков. Это в целом так... Нормально. Это правда колоссальное количество денег дает врагу, но все равно... 100 дэмэджа, 8 эдолончиков, 800 урона, соответственно, у них еще скорость атаки есть. 4 стана еще от Малефиса тоже нормально в целом. КНП, КНП, КНП. Ну-ка, ну-ка, а он чё? Бустер, не бустер. Хотя 1220 ранг уже, наверное, не бустер. Excuse me. Да, пора греть еду. 250 на 249? Оу, май! Ну да, это чел просто выше рангом сильно, чем враг. И на Энигме у него ёбарь тоже. На, эти два фактора сыграли, скорее всего, в этой игре.
Да, пора греть еду, ребят, потому что что-то совсем как-то под ложечкой скребет у меня. Что-то все профессионалы повылазили. Сейчас в каждой игре, блин, топ-1 ранг против топ-2 и все до 50-го. Тренируются, смотрите, тренируются. Так. Вот мне интересен этот персонаж. Прежде чем я пойду греть еду, напомню, что в одной игре, значит, был со мной снайпер. Да, и я сказал, что взял ты хуйню, друг мой. И просто игру проиграл пиком. Вот посмотрим, что может делать Керри снайпер. Видел, пробовал Артизи этого героя. Етора вот тоже берет. Я думаю, что основная идея, это опять же за счет того, что Тейк Аим сейчас каждый удар активирует хедшот. Есть талант правый, который дает Тейк Аим Дюрейшн. Вот, соответственно, 4 секунды, 100% хедшот. Довольно большое количество ДПС имеется. Вот, но не знаю, как по мне, при этом герой сосня используется максимум в миде. Вот, да и то такое по игре, потому что это все равно абсолютно не герой. Ну, посмотрим сейчас парочку минут, пока я разыграю еду, барбе. Семья на месте?
Kitty. Семья на месте? Ну шо, гайз? Вроде перерыв сделан. И вроде можно продолжать. Блин, что там, кстати, с Диабло, интересно? Я в последнее время закрадывается мысль, в Диабло хочется поиграть. И там вроде как что-то планируется такое интересное. Хм-хм-хм-хм-хм. Ладно. Так, что, поехали, ладно, дота, флейм. Вот сейчас та игра, когда хочется какое-то дерьмо гипнуть. Прям вот хочется. 23-го будет. Ладно, стрёмся. Все равно просто в Диабло играть это пососно. Играть в Диабло и при этом, чтобы это было не Диабло, было хорошо. Pass of Diablo, соответственно, лучше Project Diablo. Project Diablo прикольнее даже, как по мне.